В Саратове ищут пропавшего рыбака. По словам дочери, 67-летнего мужчины Валентин Ионов 15 октября ушел на рыбалку, и до сих пор о нем нет никаких сведений. Женщина ежедневно приходит на берег Волги в надежде узнать какие-нибудь подробности об исчезновении ее отца. Приехали сюда. Тут машина его стоит на берегу. Говорят, что лодку нашли перевернутую. Вот сказали, что в 12 часов было какое-то столкновение с баржей. Что она остановилась, включила фонари и начали искать ее. Родственники пропавшего рыбака просят откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по телефонам 02 или 112.